Все внимание сейчас приковано к трагедии в Египте. Это первые кадры с места событий. В результате столкновения поезда со школьным автобусом погибли, по последним данным, 49 человек. Большинство из них дети в возрасте до 6 лет. Египетская полиция сообщает, что еще 13 пассажиров получили серьезные травмы. ЧП произошло сегодня утром к югу от столицы на железнодорожном переезде. По предварительной версии, водитель автобуса, не обращая внимания на красный свет, выехал на рельсы, где машину с детьми протаранил пассажирский поезд. Глава железных дорог Египта, а также министр транспорта взяли на себя ответственность за трагедию и незамедлительно подали в отставку. Сообщается также, что полиция арестовала и допрашивает служащего из подразделения, отвечавшего за этот участок пути. Сразу две крупные дорожные аварии в Египте. В общей сложности около 70 жертв. Недалеко от Каира в микроавтобус врезался грузовик, водитель которого значительно превысил скорость. А утром в 300 километрах к югу от столицы страны поезд на полном ходу протаранил автобус, в котором были около 60 школьников. 49 погибли. Самому младшему 5, старшему 11 лет. Виноват, как сообщается, стрелочник. Он ушел спать, оставив без присмотра переезд, на который и выехал водитель, не зная, что приближается состав. Эту аварию информированное агентство называют одной из самых крупных за всю историю египетского транспорта. В связи с трагедией в Египте Владимир Путин выразил соболезнования президенту этой страны Мохаммеду Мурси.